Друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Ляльки, які не мають обличчя, про що вони можуть нам розповісти, ми з вами дізнаємось у нашій сьогоднішній програмі. І спробуємо об'єднати минуле, сьогодення і майбутнє. Я хочу вірити в те, що коли бабушка робила ці кукли, то все знання і все благословення нашого роду вона вкладала в ці кукли. Мотанки, к ним треба дуже серйозно підходити. Ця куколка має нести радість, тепло. Вона має оберігати чоловіка. Діло в тому, що мотанка, вона зроблена без іголки. Все мотається. Когда мы собираемся втроем и мотаем кукол, это такое замечательное получается занятие. Сьогодні, друзі, ми з вами відвідуємо художницю, майстра народної ляльки Інну Кушніренко, яка 40 років займається творчістю і не втомлюється. А що надає їй сили, почуємо зараз. Я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что человек – это целый мир всего самого прекрасного. Мы сегодня не будем говорить о плохом. Знаете почему? Потому что, когда ты говоришь о хорошем, тогда и хорошее окружает тебя, тогда и больше хорошего и позитивного происходит с тобой. И сегодня мы с вами приехали в гости к очень удивительному человеку, к человеку, который рожден, чтобы сказку сделать былью. Вот посмотрите, вот это, казалось бы, сказка, но на самом деле нет, друзья мои, это настоящая быль. Более того, это душа народа. Как рождается душа? Как она зреет, как она вылупляется из яйца? Мы сейчас с вами узнаем у нашей сегодняшней героини. И вот я сейчас с удовольствием вам ее представлю. Я думаю, что телезрители, вы даже и знаете Инну Владимировну, потому что, ну как не знать человека, который всю жизнь прожил в Николаеве и всю свою жизнь отдал для того, чтобы и наша с вами жизнь была красивее и добрее. Инна Владимировна, будьте добры. Вы художница, вы мастер, вы, ну, можно сказать, волшебница. И за вашей спиной вот эти удивительные куклы, которые, казалось бы, они сказочные, но на самом деле они совсем не сказочные. Они то, что хранится в душе народа, правда? Да, это совершенно правильно сказано, потому что эти куклы, это лялька, мотанка, она пришла с очень древних времен. С очень древнего понятия человека, как о том, чтобы вызвать что-то такое высшее, чтобы ему помогло. Вот они мотали кукол, и им казалось, что вот эта кукла, берегиня, она будет оберегать ее. Началось все, конечно, с аграрного такого порядка, потому что мать-земля, это же и женского рода тоже, понимаете, и кукла выражала чаяния людей, которые хотели привлечь к себе какие-то божества. Люди были на низком уровне развития. И поэтому они верили в множество божеств, множество. И одной из божеств была Макош. Это была единственная богиня женского рода в те времена. Она была покровительница женщин. Она была берегиня рода. Она помогала всем женским началам. Она же защищала от духов плохих, от невзгод. И постепенно вот эта Макош, она перешла в современную куклу, ляльку-мотанку, которая называют Параскева Пятница, которая тоже, вот, по преданиям, она тоже как бы защищала женское начало. Но мы знаем, что Параскева Пятница – это конкретная, женщина, которая жила, и которая мученица Параскева, которая женщины на Руси молятся о благоустройстве в семье, правда? Да, вот она как бы, да, как бы такая связь есть вот с прошлым.
Макош и теперешняя Параскева и Пятница, вот они обои, они покровительницы женских начал, женских рукоделий, женских всяких ремесел. Инна Владимировна, но вы же ж не сразу начали делать эти куклы, понимаете? Вот можно, разные куклы бывают, правда, телезрители? Есть куклы, которыми играем в детстве, девочки, которыми играют. А есть куклы, которые несут информацию и которые есть некое связующее звено между прошлым, сегодняшним днем и даже будущим. Совершенно верно. Это пришло с очень давних времен, с времен трипольской культуры, когда засевали большие площадя пшеницы, овса, злаковых, и убирали их осенью. И остатки колосьев собирали в жмут и складывали, завязывали веревочкой и ложили на обочину поля, чтобы богиня, которую звали Донда тогда, чтобы она пришла, забрала это и как бы в дар ей, и чтобы она на следующий год тоже дала хороший урожай. А Донда в переводе с языческого языка на наш – это кукла. Вот такое вот, понимаете, интересное совпадение. Да, потрясающе. Да, это кукла. И вот оно так пошло-пошло. Все, поэтому и говорится, что вот кукла Мотанка – это кукла аграрного порядка. Это кукла аграрного порядка и это кукла народа. Вот смотрите, кукла телезрители. Народа, да. Вот я держу куклу, такая классная кукла. Видите, она одета, ну, у нее формы это такие травница. Пышные. Это кукла-травница. А в середине у нее травка. Вот это все развязывается, можно менять, можно заваривать чаек. Она пахнет, она такая дородная. А тут... Телезрители, слушайте, да? Совершенно потрясающий аромат. И вот так вот я вам хочу сказать, если и приложить ее, можно, да. Если так вот прилечь и голову положить, вы знаете... Как-то вот этот шум трав, он навевает на самые позитивные мысли. А негатива нет места рядом с этими куклами. Инна Владимировна, а будьте добры, почему все мотанки, они без лиц? Вот она у вас такая классная, вот здесь и формы, и травница, вот у нее и узелки с травами. И пахнет она травой, как настоящая травница. Так, но лиц, вот расскажите, пожалуйста. Почему у всех кукол-мотанок, почему у них нет глаз, носа, рта? В чем эта особенность заключается? Ну вот считалось, что это как оберег. Лялька-мотанка – это считался оберегом семьи, оберегом рода, оберегом заболеваний, злых таких взглядов. И поэтому не сделали глаз, чтобы она на себя не брала и не отдавала вам то плохое, что может в нее вселиться через чужие глаза. Поэтому она была безликая. Но в украинской мотанке, только в украинской, мотается еще на лице крест, сакральный крест. Только в украинской мотанке. Ну да, вот телезрители, посмотрите, куклы, которые выполнены рукой Инны Владимировны, они все на лицах, у них намотан крест. Ну, сила честного и животворящего креста, конечно, что ее может победить? Но вот вы знаете, Инна Владимировна, все-таки вот каждая кукла, безусловно, это произведение искусства. Вот сейчас мы смотрим с телезрителями, но каждая... Она не повторяется совершенно. Да, телезрители, вы заметили? Куклы не повторяются. Почему? Они такие капризные. Когда да ее делаешь, да, когда ее делаешь, то она вот ей не подходит это платье. Или не подходит вот этот веночек. Или, может быть, не такой крест я перематываю. Потому что она не хочет. Вот она просто, и вот она, я ее откладываю, потому что я не знаю, что ей нужно. Она не получается, понимаете? И пока только я вот дойду ту ниточку к ней, которая ей подойдет, вот тогда она уже как бы мне отвечает благодарностью, и она получается. Вот как дети, как живые, понимаете? Вы знаете, писатели рассказывают, что часто, начиная писать произведения, они задумывают сюжет, а потом герои выходят из-под их контроля и начинают жить своей жизнью. Писатели, вы, думаю, со мной согласитесь. Художники тоже. Вы художник, Инна Владимировна. И вы, когда подходите к холсту, вы задумываете какой-то сюжет, но потом начинаете писать, и вдруг рука ведет как-то по-другому, да?
Да, непонятно, как оно получается. Когда кончаешь картину и думаешь, как оно у меня получилось? Вот оно само идет, рука сама идет, пишет, понимаете? Как будто сверху тебя кто-то ведет. И когда уже проходит время, и ты смотришь, ну неужели это я написала? Как это у меня получилось? Понимаете? Это видно все-таки что-то свыше есть, которое ведет человека, ведет его талант, его стремление, его душу выкладывает. Понятно, это же не просто там создать что-то, даже простую куколку создаешь. И то к ней подходишь, особенно вот мотанки, к ним надо очень серьезно подходить, потому что она, эта куколка должна нести тепло, радость, тепло. Она должна оберегать человека, должна, ну не в том смысле, что прямо это оберег такой, что знаете, но это мы уже говорим так, это по-старому. Вот сама по себе кукла, это такая вещь, в какой-то мере даже мистическая. Вот если даже да. Вот, черная магия, там используют куклы вуду, по-моему, они называются, их протыкают иголками. Ужас, ужас, телезрители, никогда этого не делайте. Это, получается, злые куклы. Они могут служить и злу, но наши куклы служат только добру. Дело в том, что мотанка, она не зря называется мотанка. Да, вот почему мотанка? Потому что она сделана без иголки. Она все мотается. Значит, мотается, главное в мотанке – это голова. Голова мотается строго по спирали. По спирали, а спираль – это как бы связь прежнего поколения с будущим. Вот оно все продолжается, продолжается, продолжается. И получается, что головка, когда мотаешь головку, угу. Вот видите, она такая вот идет, как балаванчик, да? Вот она намотана. А вот куклы, вот видно, как оно мотается. Это открытое мотание. А, это даже да. Как бы открытый секрет. Секрет, да, но да. Открытый, телезрители, посмотрите. Вот так вот мотается голова. Мотается голова, перевязывается, мотаются ручки, вон видите как? И также мотается туловище. Потом все связывается, все заматывается, перематывается. Нигде иголка не имеет права дотронуться. Подождите, а платьишко вы шьете? Только то, что ты на нее одеваешь. Но на ней шить нельзя. Иголка не должна дотрагиваться до мотанки. А почему, Инна Владимировна? Такой обряд. Вот такой обряд, что не иголкой. То есть обряд только вот руками, да? Чтобы да, вложить тепло своих рук. Только мотать. Мотать по спирали. Все время мотать по спирали. Ну, знаете, в этом есть какой-то глубокий смысл мотать. Так потому сама что мотанка, мотать пряжи, помните, или ткать пряжи, ну вот мотать клубки. Да. Вот это мотается, как мотается из года в год. Как наша жизнь, да? Мотается, наматывается клубок, все больше и больше клубок. Растет он, растет с годами. А человек тоже в профессиональном плане и в духовном, конечно, плане тоже растет, потому что нет начала у кольца, как и нет конца. Инна Владимировна, вы художник с большим стажем. Вашей кисти принадлежат очень много картин. Стиль вашего письма очень тонкий, изысканный, но одновременно с этим очень реальный. И вдруг куклы-мотанки. В принципе, вы как бы, я не говорю, что вы оставили писать картины, но вы из реальности чуть-чуть ушли в другую некую мистическую область. Почему? Что способствовало этому? Знаете, это совершенно не случайно. Дело в том, что я родилась до Великой Отечественной войны. Во время войны, вы понимаете, кукол не было. После войны их тоже не было. Была разруха, были тяжелые времена были. И мама с бабушкой мне мотали куколок. Вот от таких маленьких до таких больших. И научили меня, я научила своих подружек. И мы этими куколками игрались. Раньше же мотали все куклы. Женщина должна была уметь мотать куклу. Да, оно же по наследству переходило. Вот обрядовые куклы, вот, например, на то, чтобы выйти замуж. На то, чтобы ребенок не болел, на то, чтобы была красивая, на то, чтобы не болела. Это все куклы мотались? Да, это все мотались куклы. А есть такая кукла, чтобы вот все, и счастливая, и красивая, ну, и вот богатая? Это и есть Параскева Пятница.
Она для женщины все, Параскева Пятница. Но Параскева Пятница, Инна Владимировна, мы знаем, что это не кукла. Или она тоже мотыль? Нет, это не связано с другим. Ну, вот так говорят Параскева Пятница, ну, это подразумевается макош. Оно же как-то все я, знаешь, откровенно говоря, я когда начала мотать, мне плохо было. Плохо? Я не могла, как верующий человек, я не могла совместить это все. Понимаешь, оно как-то меня мучило очень. Так, ну да, вы как православная христианка, как глубоко верующий человек, то как-то... А куклы все-таки это, как мы уже выяснили, это мистическое. Ну, я, знаете, ну мне так хотелось. Я думаю, ну я же играла с ними. Вот в детстве, мне же мама мотала, и я мотала. И я же играла с ними. Значит, они не только культовое значение имеют, они еще и игровое значение. Куклы еще могут идти как сувениры. И вот когда я пришла к тому, что я буду делать как сувениры, как память о прошлом, о прошлых наших предках, о наших, ну, чаяниях тех людей, которые такие же, как мы были. И они так же, как и мы, хотели счастья, хотели здоровья, хотели своему ребенку куклу, как мне мама когда-то намотала. И поэтому я решила все-таки их делать как сувениры. И как память о прошлом. Вот я, например, своей внучке Кате сделала мотанку под названием «Голубая птица счастья». Ух ты! Катюша! У нас, кстати, телезрители есть возможность посмотреть на эту куклу. А давайте позовем Катю и попросим, чтобы она поделилась с нами своей радостью и показала, явила вам эту куклу. Катечка, можно тебя попросить? Да, здравствуйте. Вот это внучка Катя... Внучка Инны Владимировны, нашей сегодняшней героини. Катя, ну ты становишься и тоже нашей героиней. Вот посмотрите, в руках у Кати какая яркая, позитивная кукла. Голубая птица счастья, да, Катя? Да, бабушка назвала ее птица счастья, так как в народе птица счастья приносит, разумеется, счастье. И мы видим на голове у куколки маленькую-маленькую голубую птичку. Тоже смотанная. Тоже смотанная, да, в таком же стиле бабушка ее сделала. И эта кукла стоит у меня над рабочим столом. И когда у меня трудные минуты, плохое настроение, я всегда обращаю свой взор к кукле, к иконе, к кукле. И эта кукла дает мне внутреннее спокойствие, внутреннюю силу добавляет мне, потому что мои родители, мои бабушки, прапра и прапрапра, мы знаем наше родовое дерево, мы знаем до четвертого колена. До восьмого. Даже до восьмого, да. Mm-hmm. Да, до восьмого колена. Это были такие интересные люди. И я хочу верить в то, что когда бабушка делает эти куклы, то все знание и все благословение нашего рода она вкладывала в эти куклы. Это удивительно, что вот как мы вначале говорили, что кукла – это связь прошлого, сегодняшнего и даже завтра. То есть и в завтра она тоже смотрит, Катя? Я думаю, что такая палитра кукол-мотанок, которые были сделаны бабушкой, останется, разумеется, и моим внукам, и моим правнукам, и праправнукам. И со временем наше генеалогическое древо разрастется с 8 поколений – ну, наверное, до бесконечности. Не, ну, конечно, дай Бог, чтобы до бесконечности. Катя, ну вот если вернуться к разговору, вот коль мы уже сегодня говорим о куклах, не, ну, классная тема, правда, телезрители? Вот тебя лично не смущает, что у них нет лица? По эмоциям меня не смущает. И я думаю, что лицо – это информация, которую мы считываем друг с друга. А кукла – это то, чем ты наполняешь ее. Вот если это моя кукла, если бы у нее были карие глаза, а мне нравятся голубые, если бы у нее были глаза, там, я не знаю, смотрели вот так, мне это не нравится, мне хочется другого взгляда. И я эту куклу наделяю своим чувством, своим характером. Ну и как бы ассоциирую ее, наверное, с собой. Ну да, характер. Кто знает Екатерину Мирзоян, то кукла отражает ее характер. Так, она твердо стоит на ногах, эта кукла. И, наверное, Инна Владимировна, когда вы ее мотали, вы
чувствовали душу своей внучки, ну, да? Ну, как же, конечно. Я для нее это делала. И она получилась как бы в ее силе, в ее понятии. Она приняла ее, короче. Я ей подарила, она с радостью ее приняла. Я хочу сказать, что бабуля Инна со мной, с рождения, а с двух недель это неотходно, она рядом со мной. И все, собственно, чего я достигла в своей жизни, это на 80% благодаря бабушке, ее стараниям, ее мудрости жизненной, которая меня направляет. Вот, и ее физической помощи, потому что, слава богу, я получила и образование хорошее, и не одно высшее, и все красные дипломы. Я вышла замуж, я родила двоих детей, я бы никогда не достигла того, чего я сейчас достигла без бабулиной помощи. Вот, кстати, прозвучала фраза на 80%. Я хочу вам открыть секрет, телезрители, что в этом году наша героиня Инна Владимировна, замечательная художница и мастер, отмечает свой 80-летний юбилей. Инна Владимировна, ничего, что я выдала телезрителям секрет? Ну, куда деть? Это мои года, мое богатство, понимаете? Во всякое время, во всякие лета, ну, все равно есть потенциал большой к жизни. Уже приходит какая-то мудрость. Уже по-прежнему хочется жить, хочется любить, хочется о чем-то думать. А потом еще очень много прошлого. И приятно его вспомнить, приятно как-то связать что-то такое. Приятно иметь детей, внуков, правнуков. И приятно, что ты 80 лет, что Господь тебе дал силы, что ты еще что-то можешь сделать. И даже вот здесь с вами поговорить. Это очень здорово. Да. И пускай эти все куклы, которые я делаю, пускай они будут как дань будущему поколению, которое пришло к нам из веков далеких-далеких, пускай оно перейдет, пройдет через все и избавит нас от всех несчастий, от войн, от бед, от страданий, от всего-всего. Пускай на земле будет всегда мир. Так оно и будет, Инна Владимировна. Разрешите мне поддержать бабулину речь и сказать, что когда родители учат своих детей чему-то новому, в частности, мотать кукол, как бабуля учит и меня, и мою маму, то она нас учит своеобразному языку, новому языку, вот как английский, как язык глухонемых. А это язык, которым мы разговариваем через кукол. И когда мы собираемся втроем и мотаем кукол, это такое замечательное получается занятие. Во-первых, мы вспоминаем всех своих родственников. И бабушек, и прабабушек. От Петра Первого. Вспоминаем. И мы делимся не только умением мотать куклы, мы делимся жизненными какими-то ситуациями, как мы из них выходим. Мне очень в этом контексте нравится, когда я, ну, как самая молодая из нашей троицы, говорю: «Ой, мне уже столько лет, уже за 30». А девочки мои говорят: «Катя, это только начало». И меня это так воодушевляет. Я думаю, действительно, ну что такое 30? Ну 35. Ну что это такое? Это на самом деле мелочи. И я желаю и вам, Анета, и вам, дорогие телезрители, не бойтесь ничего нового. Пробуйте себя в разных сферах культуры, искусства, строительства, шитья, любых начинаниях. Это принесет вам удовлетворение в жизни, это выразит вас для всех окружающих и оставит свой след в ваших детях. Да. И самое главное, что жизнь, друзья мои, только начинается. Поверьте мне. Сьогодні, друзі, ми з вами відвідали миколаївську художницю, майстра народної ляльки Інну Кушнірєнко, яка разом зі своєю родиною дарує вам тепло і любов своїх сердець. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре!